Приветствую вас. Мне кажется, что очень хорошо, что возникла эта ситуация, потому что она позволит вам научиться некоторым важным вещам, ну, вот в частности, значит, взаимодействию с девушками. Вот, в частности, взаимодействую с значит, женщинами. Вот, научитесь вы, если, конечно, будете к этой вот ситуации подходить ответственно, то вы научитесь вести себя в большей степени как мужчина, вот, и в меньшей степени вы будете оказываться в подобных ситуациях. Вот. Значит, первое, что вам хочется сказать, это то, что вы забываете о том, что женщины не мыслят так, как мужчину. Женщины мыслят эмоционально и нелогично. Ну, с точки зрения мужчин, что мыслят нелогично. Поэтому ваши слова для нее действительно не значит ничего. Меня куда больше интересует, конечно, почему вы, зная, что девушка ваша сентиментальная, зная, что она такая вот, судя по всему, то неуверенная в себе, да? Вот, меня больше интересует, почему вы, зная это, допустили, что встреча не состоялась. Да, вы занятой человек, это понятно, но как бы момент важный, и есть совершенно очевидно, есть вещи, которые гораздо более важнее работы, особенно если вы вот с девушкой познакомились и так далее, и она приехала к вам в город. То есть, это, конечно, я думаю, заслуживает какого-то такого отдельного обсуждения с вами, мне кажется, это заслуживает отдельного разбора с вами, вот, потому что, ну, как мне видится, тут не все так очевидно, и, может быть, вы боитесь просто, может быть, вы просто боитесь сблизиться с девушкой, может быть, вы все-таки просто боитесь того, что у вас, например, ну, ничего не выйдет, вот, может быть, вы боитесь того, что не сможете, значит, ну, удержать девушку. То есть это, как бы, нужно разбирать. Вот. Но сейчас я отказ понятен, ей было больно, она в силу своего характера не способна понять такие вещи, да, как, например, занятость, как невозможность физически что-то сделать. Вот. И она, значит, видимо, достаточно суеверная, достаточно такая вот, ну, мистично, вот у нее достаточно много мистификаций, вот, имеется в поведении, да, вот, достаточно много мистификаций, чтобы оперировать этим в своих, ну, в своих суждениях, вот. И вам, конечно, опять же, к этому нужно было быть готовым. Вот, почему вы не были готовы, опять же, для меня, если честно,
Загадка. Вот такое впечатление, да, что вы девочку увидели вот впервые. Такое у меня впечатление, что девочку вы увидели впервые. И впервые вы открыли для себя, что мыслит она вот таким образом. То есть я, конечно, не знаю, но выглядит это именно так. Можно говорить о том, что она в этой ситуации больше дезадаптивна, чем вы. Да, можно, безусловно, можно говорить в этой ситуации так. Да, можно. Но если вы хотите сохранить с ней отношения, да, то нужно ориентироваться и подстраиваться все-таки под нее. Вот. Для этого необходимо действовать на ее условия и говорить на языке, понятным ей. А язык, понятный ей, это язык действий. То есть это не язык слов, потому что сейчас вашим словам, по мнению девушки, нельзя так, чтобы сильно доверять. Вот, значит, язык действий нужен. Нужен исключительно язык действий. И только через язык действий можно рассчитывать на то, что она, ну вот, ну, на то, что она как-то вот будет с вами взаимодействовать. То есть языком действий вы можете расположить ее к себе и как бы позволить ей вновь поверить вам. Другой вопрос заключается в том, что подобные случаи, если они повторились на столь раннем этапе, да, то они, скорее всего, повторятся еще. Скорее всего, ну, будут вновь. И вопрос в том, готовы ли вы к тому, что вам, вероятно, придется вот, ну, постоянно успокаивать ее, придется постоянно убеждать ее, постоянно, ну, как-то доказывать ей что-то, да, вот. Потому что это не единичный случай. Такой будет и дальше. И возможно, я, конечно, не знаю наверняка, но практика, опыт взаимодействия с клиентами, да, показывает, что если что-то происходит один раз в отношениях, да, скандал, там, ссора, там, что-то еще, если происходит один раз, то произойдет еще. Потому что, ну, люди-то не меняются. Вот. Поэтому понятно, что если вы там девушку попросите, например, больше так вот себя не вести, допустим, если вы попросите ее больше так себя не вести, то понятно, что она уйдет в отказ, это понятно. Она скажет: ну, так ты, значит, хочешь, чтобы я так больше себя не вела, ну, значит, мы
там друг другу не подходим и прочее, прочее, прочее. Вот. К сожалению. Вот. Поэтому будет, скорее всего, вот так. Будет, скорее всего, вот так. И если вы не готовы к данной позиции, да, если вы не готовы к такому развитию событий, то вам лучше с девочкой, ну, наверное, не взаимодействовать. То есть вам лучше, наверное, все-таки с девочкой как-то вот не контактировать, ибо она вам, ну, судя по всему, да, она вам не подходит. Вот. Судя по всему. Вот. И все. И все. Потому что это будет повторяться. И повторяться это будет, ну, не один раз, скорее всего. Так что имейте, пожалуйста, это в виду, и если вас это напрягает, да, если вы там, ну, к примеру, считаете, что так неправильно, что так не должно быть, вот, то в отношениях с ней вам лучше не находиться. Это я совершенно точно вам говорю, вот. То есть, как бы сэкономите время вы и ей, да, и, соответственно, себе тоже. Вот. То есть не будет как-то вот, ну, не будет какого-то разочарования, да, там, не будет чего-то такого откровенно негативного. Вот. Обратите внимание также еще и, в общем, на то, что вы с девочкой почему-то познакомились в интернете. То есть зачем-то вы именно в интернете познакомились с ней. То есть как бы, ну, для чего-то вы именно в интернете с ней познакомились. То есть зачем вы в интернете с ней знакомили? Это, на мой взгляд, вопрос очень важный и серьезный. То есть в интернете все-таки есть, ну, в интернете есть своя определенная специфика просто. Знакомство. И, соответственно, каждый человек, он не просто так приходит в интернет знакомство. Поэтому я рекомендую вам на эту тему тоже подумать. И подумать как следует, потому что от этого, ну, ни много ни мало зависит будущее ваших отношений. Вот. В принципе, все, наверное, на этом. На этом, наверное, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было полезно вам, я надеюсь, что вы сделали для себя какие-то выводы, вот. Значит, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.
Я желаю вам всего самого доброго и удачи.